Экстризм. Ну это экстризм. Экстрим, блядь. Экстрим. Я вот, когда в первый раз просто пошел, ну попробовать, и так понравилось, ну и так пошло. Борьбой занимался до этого. Ну тоже. Я тоже борьбой. Технику, вот, и все. Да. Еще вот это. Когда ходишь, вот, легче, сильнее других себя ощущаешь, просто это преимущество, наверное. Уверенность. Да, уверенность, наверное. Сильнее стал. Раз, нормально. В опыте разница, Опытнее стали. Да, себя легче чувствуешь, когда боксируешь, легко становится. Да, все. Да. Главное не войти в эмоции, все. Не мандражировать, если... Ну, у нас тренера настраивает. Верьте в себя. Не, он главное. Верьте в себя. Он говорит, главное не мандражировать, не бояться. Не, нельзя успокоиться тут полностью, это невозможно. Все равно страшно будет. Техника другая. Ты начинаешь размашисто бить, руки опускаешь. Ты хочешь ударить, да, ты хочешь. И все, пошло. Трачка. Я бы сказал, здесь не выносливость. У нас тренировки по 1.5 часа идут, тут техника получаем. О, у каждого есть своя техника. Про нашу технику у тренера спросить. У нас высшая школа бокса просто. Да. Уверенность. Еще доброту. Еще корректность. И все. А, выносливость тоже. С физической стороны, да, выносливость, характер строгий, более мужественный. Можно сказать, спорт меняет человека в лучшую сторону. Мужика в мужественность, женщина в женственность. Вот. Тут более половины людей из нашей школы, поэтому Сломоносова, номер 3 гимназия. Сначала нельзя паниковать, всегда быть уверенным. Самоустановка, тренер тоже, все взаимосвязаны и помогают друг другу. Первый раз может быть так, но после второго, третьего уже такое волнение пропадает уже. Либо айтишником, либо боксером. Я бы хотел пойти с юридической стороны или какой-то, но бокс это для меня просто чисто увлечение.